вышли погулять. Поедем сейчас в Юра Мерлен. Девчонки идут. Это высоко, да? Девчонка прячется. Нет, девчонку ищу. Вон она попала в кадр. Я ее ищу, она прячется, да? Я, девочки, приехала в Тюмень к подруге без детей, в общем, по делам. В ближайшее будущее вы узнаете, по каким делам, но пока я об этом не буду ничего говорить. И сейчас мы идем на остановку, поедем в Лера Мерлен. Я, наконец-то, впервые в жизни побываю в этом магазине. Мы приехали в торговый центр. Вот он, Леруа Мерлен. Ну, как вы поняли, мы гуляем по Леруа. В общем, тут много всего интересного. Мне это все очень нравится. Стройматериалы, в общем, и все такое. Но вообще, мы пришли выбирать комод. Я в поисках комода. И на Валберес смотрела, и на Озоне. Знаете, мне как бы, ну, все вроде нравится, а с другой стороны, ну, что-то все, ну, что-нибудь да не то, как говорится. В общем, вот этот вот комодик очень понравился за 8000, но ящики не такие глубокие, и мне это не особо нравится. А вообще сам вот комод, вот дизайн мне прям очень греет душу, я бы себе такой взяла, но мне нужны глубокие ящики, чтобы умещалось много одежды, в общем, много всего можно было туда поместить. В итоге мы больше здесь не нашли никаких комодов. Вот вы сейчас смотрели, это все, что было, да. И мы начали просто прогуливаться, просто сделали такой некий обзор. Ну, посмотрели, познакомились с магазином. Много всего тут, конечно, классного, интересного. И, знаете, кухни красивые. И так чуть-чуть вот поснимала, что смогла, по-быстренькому. Мы долго там не стали задерживаться, но раз не нашли комоды, то как бы, ну, что там гулять так просто. Мы затем пошли покушать. Вот мы идем уже по торговому центру Кристалл покушать. И потом, кстати, еще в Ашане погуляли. Детям я там кое-что прикупила, об этом позже, тоже в этом же влоге обязательно все покажу. Снова в Бургер Кинге. Снова. С лета мы тут не были, да? Но. Все вместе. Ну, еще с детьми мы, конечно, были. Детей сейчас нет. Как давно это было? Сидим, ждем наш заказ. Thank you.
Ты такой счастливый. Здравствуйте. Помнишь, ты когда-то давно у меня просил? Да, я помню. Это... Ты был маленький, я тебе покупала, и ты хотел. Да, я еще одну захотела, я когда все склеил. Я помню. И вот я увидела такую и решила тебе купить. Спасибо. Так вот, что я хотела. Что это? Это раскраска Геншин. Угу. Я думала, это какой-то светильник. Светильник. Вот, Еве. Тетя Люба тоже такую купила. Еве? Вот такое-то. А, ну у тебя. А это для Алины. Тоже вот такой монстрик. А что, ты не будешь? Что? Вот эту делать. Пока нет. Аппликацию как там. У Алины вот такой вот. Ну, похоже на помните. И вот такая вот. Учим это профессии. Это брюк. Раскраска это... такая. Это клей. И там еще, по-моему, эти наклеечки. Клей. Да, вот наклеечки. Расклеивать. Вот. И Анжелике я вот такие купила наклейки. Видишь, один плюс. Будет клеить со мной. Правильно расклеивать с ней будем. И еще я ей купила книжечку. Вчера ей подарила. Где она, кстати? Вниз она вроде утаскивала. Нет ее. Ну и вот. Алине мы дарили уже такую вот. И тетя Люба тебе и Анжелике вот такую подарила еще. Сейчас буду клеить. А раскрашивать не хочешь? Да, ну слишком сложно. Почему? Ну, посмотри, я не помню, какого люминса нет. Ну, а какая разница? Да. Возьми, да сам так раскрашивай, каким хочешь. Не, я хочу. Давай, кого будешь собирать? Что-то глаз здоровый. А, он один будет глаз? Да. Помнишь, тебе так нравилось? Я помню, ты был маленький, клеил. Тебе нравилось. Я думаю, если я Алине только возьму, ты обидишься, да? Угу. Угу. Поэтому я Алине взяла такую, типа, видишь, девочка. А у тебя покажи. Мельчик. Мальчик же, типа. Ну, типа. Такой. Создай своего монстрика. И тут тоже. А тут сделай своего чудика. Ну, давай дальше. То у него что, рот, зубы такие? Да. Зашмуй мне. Что это? Мумия. Ну-ка, дай посмотрю. Все, вот это вот все наклейки, больше нет? Нет, что? Много. А, да, это все. Да? Угу.
Тебе хватит на всех? Да, наверное. Придумал? Нет еще? Придумал. Как? Сейчас увидишь. Увидишь? Это как увидишь? Увидишь. Ну, все написал. Чупакабра. Ага. Это раскраска. Твоя личная. Еврейская. Это мультик такой. Тайная комната называется. Ты смотрел такой мультик тайную? Дина. Даня. Даня. Это один и тот же Даня. Это у нас Раби Мэн. Раби Мэнчик. Все, тут уже картинки из мультиков идут. Вот эти персонажи, тут все. Надо это раскрасить, Тёма, раз тебе подарили. Угу. Сейчас я монстров. Монстров? Чупакабры. А облачки сюда надо приклеить? Облачки. Облачка. Вот белые-то. Вот эти. Да, Ликусечка. Лика с Алиной клеит. Ну-ка, покажи, как Ликуся клеит. Как, Лика? Лина, покажи ей, куда надо. Вот, Лика приклеила. Я не знала, правда, куда это. Переверни его вверх ногами. Ага, вот так. Так надо? Ну, да, ты, Алина, да, вверх ногами, да, ты, да, я имею в виду, да, вот так, смотри. Мама! Вот так, если не подходит, значит, вот так переверни. Что-то она не подходит, да? Мама! Ты, наверное, сюда? Мама! Мама! Ладно, пофиг. Мама! Что там? Цветочки там? Все на полу еще раскидала, вот что, да? А теперь нам вот это. Домик. Мама! Синий трактор, мама. Трактор. Сюда так-то надо облачко. А, точно. Мама, ну, отклейте. Отклей. Они же многоразовые. Их можно отклеивать. Да. 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 Ой, классно, да? Давай. Нет, 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 не сюда, вот сюда, вот туда. Давай, приклей. Мама! Да! Да! Получилось? Да! Красота! Мама! Домик там. Мама! Лика, теперь колесики будем делать, да? Да. Давай колесики делать. Мама. Колесики. Где у нас колесики? Покажи колесики. Где колесики? А? Нет. А? Нет. А? Нет. Как кошечки домики. Нет. Нет, 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 нет. Вот это они. Колесики. Они. Мама! Да! Ну-ка, как Ликуся будет клеить? Вот как! Молодец! Ты так ровно приклеила! Давай, давай, блин, да? Мама! На домик ты будешь приклеивать. Так, что там еще есть? Тут, давай, Ликочка. Мама! Да! Классная какая игра вам, да? Ну, давай, окошечко. Можно я окошечко приклею? Да. Можно я приклею? А приклею? А. Ты будешь приклеивать? Да, да, да.
листочек. Подожди. Ой, как мы это делаем? Я сейчас отклею тебе, да?